Россиянам запретят использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября текущего года. Отныне россияне не смогут жарить шашлыки, зажигать свечи на балконах. Кроме того, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. Последние, в частности, будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае возгорания. В больницах палаты для детей и тяжело больных пациентов будут оборудованы на первых этажах.